Очередной спил деревьев. В редакцию Думской ТВ обратились горожане с просьбой разобраться с уничтожением зеленых насаждений. Недалеко от курортной зоны снова слышны звуки бензопил. На площадке перед гостиницей «Аркадия» на улице Генуэзской видны свежие пни. Еще на выходных на их месте росли деревья. Жители соседних домов уверены, что пилили вопреки закону. По моим предположениям, это руководство гостиницы «Аркадия», потому что если спросить, есть ли у вас разрешение Зелентреста, они отвечают, у нас есть разрешение нашего руководства. Вот так сегодня мне ответили работяги. Я понимаю, что их вины нет, им сказали, они и делают. Местные говорят, что с момента появления гостиницы деревья тут уничтожают регулярно на протяжении 4 лет. Горожане несколько раз собирались на акции протеста, но растения продолжают исчезать. В городе Зелентресте о спиле деревьев не знают. Говорят, что никаких звонков или жалоб по этому поводу на предприятие не поступало. При этом в городском управлении экологии нам сообщили, что гостиница «Аркадия» получила разрешение на удаление деревьев в прошлом году. Такой документ является бессрочным, отметили в ведомстве.